Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео, как вы уже догадались по названию, я вам расскажу про абрикос Мичуринский 06. Вот мы наглядно видим урожай этого года. Сегодня у нас 20 июля, и вот они уже практически, основная часть урожая готова. Легко снимается, падают прямо в руку при прикосновении. Это второй год плодоношения. В первом году было не очень много. В этом году, ну я не знаю, может раз в полтора-два больше плодов, чем в прошлом году. Немножечко хочу сказать про это дерево отдельно, о том, что вот у меня растут еще рядышком два абрикоса. Вот, к сожалению, они подверглись весной такому грибковому заболеванию, как манилиоз. Очень страшное заболевание. И эти два абрикоса, они цвели раньше. А вот этот Мичуринский 06, он цвел позже. И вот по моим наблюдениям, вообще не подвергся этому заболеванию. В результате он дал урожай, заплодоносил. И в итоге вот мы сейчас наблюдаем хорошее, обильное плодоношение. Не на всех веточках такое большое количество, но тем не менее оно есть. Вот вы поближе посмотрите, вот здесь вот один, там вот одной веточки несколько. Ну вот они, скажем так, такого вот размера. Сколько они весят и какие они в размере, я сейчас отдельно в это видео вставлю, расскажу, покажу. Ну вот, такая красота. Кстати, саженцы этого абрикоса будут уже сейчас доступны в продаже. Осенью, соответственно, тоже будут. Их количество ограничено, потому что плодов было не очень много, поэтому саженцев тоже ограниченное количество. Выращены они, соответственно, из этих вот косточек. Достаточно уже такие высокие, большого объема. Ну, в принципе, можно будет чуть попозже, я сейчас в это видео вставлю, покажу. Вот такие саженцы этого года. Вот один, здесь вот рядышком второй. И получается, что всего их у меня так-то два. По факту я посмотрел, что-то больше нету, только два. А это вот другой абрикос, Триумф Северный, его много. Тоже вот в наших широтах хорошо зимует, плодоносит. Вот его в этом году много. Кстати, вот доступны в продаже, можно их приобрести. Так они выглядят. Ну а сейчас давайте вместе с вами посмотрим урожай 2021 года абрикосов. Вот в этой емкости 2 килограмма 300 грамм и плюс еще примерно около килограмма съели до этого. Поэтому вот на второй год это плодоношение абрикоса Мичуринский 06, второй год, в прошлом году был небольшое количество, я даже не считал, может быть, около килограмма. В этом году уже будем считать, что 3 килограмма 300 грамм. Поэтому так это выглядит, можно поближе посмотреть, если там весы еще показывают что-то. Я в видео еще ставлю фотографии. Средний вес абрикоса примерно 43-46 грамм. Так вот они выглядят, уже спелые. Созревает абрикос начиная с 15 числа по 22. Сегодня 22 число, сильный ветер, абрикосы начали падать, я его забрал. Некоторые немножечко не дозрели, зелененькие, но они полежат, дозреют. Но они уже даже в таком состоянии очень сладкие, вкусные. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.